Единый электронный список избирателей. Единый электронный список избирателей является государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о гражданах-избирателях, адресах их постоянного и временного места жительства в соответствии с информационными базами уполномоченных государственных органов. Каждая участковая избирательная комиссия в течение 3 дней после ее образования получает предварительный список избирателей данного участка, распределенных в едином электронном списке избирателей. После получения предварительного списка избирателей принимаются меры по его уточнению путем проведения подворового обхода населения, проживающего на территории данного участка. По результатам подворового обхода населения избирательные комиссии могут вносить изменения в списки избирателей, корректируя фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства избирателя в едином электронном списке избирателей.